Чемпионат Европы по биатлону нежданно-негаданно пройдет в Раубичах и начнется через 5 дней. Эти соревнования должны были принимать в Эстонии. Географически эта страна севернее Беларуси, и по логике проблем со снегом там должно быть меньше. Однако спортсмены приедут к нам, и в этой связи большое уважение коллективу Раубичского спорткомплекса, который своей работоспособностью и производительностью снега приятно удивил весь биатлонный мир. Уже сейчас там заснежена дистанция в 2,5 километра. За внеплановый старт белорусской стороне заплатят. Но вообще таких партнеров IBU должен ценить больше, как мне кажется. IBU приняла решение оказать помощь на проведение именно чемпионата Европы 125 тысяч евро. Если они на кубок IBU оказывают 75, то здесь 125. Поэтому в целом мы 200 тысяч евро получаем только от них. Для Раубич выгодно, у нас будет полностью забиты все места, будет обеспечено питание. То есть это деньги, которые придут в страну. То есть они останутся здесь. Помимо этого, каждый участник платит от 70 до 90 евро за свое содержание в сутки. То есть эти деньги будут уходить на питание, размещение, обеспечение трансфером. То есть все расходы покрываются фактически. Ну и будем думать, как накопить запасы. На сегодняшний день та же фирма «Бёхлер» везет нам на испытания в понедельник тоже определенное оборудование, которое устанавливается в закрытых помещениях. У нас есть ледовый каток. Попробуем, насколько это эффективно, но будем пробовать все. То есть она устанавливается и на ледовый каток сыпет снег. То есть это мини-пушка, которая делает 4 куба в час. То есть это вот там вот где У-18, вы их попросите там немножечко так, извините. Если будет необходимость, отправим ребят куда-то на сбор. Вообще планируем по ночам. Ну, если оно сработает. Мы этого не видели, не знаем. Они заверяют, что это эффективно, но для нас это новость.